Я бы хотел, я верю в то, что Дух Святой хочет расширить наше понимание этого места, потому что мы все это место знаем, читали его много раз, но сегодня я ночью молился, просил Господа дать слово для народа своего, и пришло такое слово, и я также делюсь свежим откровением, потому что я раньше более узко понимал это место, и первый раз произошло такое, знаете, как расширение моего сознания, можно так сказать. Я бы хотел открыть первое место, где написан этот стих, и он написан в первом послании Петра. Первое послание Петра, 4 глава, с 14 стиха. Мы можем прочитать. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое, а если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Ибо время начаться суду с Дома Божьим. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва спасается, то нечестивый грешник где явится? Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро». Можете сказать «Аминь»? Аминь, слава нашему Богу. Это место Писания, апостол Петр говорит о том, что нехорошо, если христианин, который исповедует имя Иисуса Христа, который верит в живого Бога, проявил себя как убийца, или как вор, или как злодей, или как посягающий на чужое. Если он страдает как христианин, ну, то есть идет какое-то поношение, ну, идет какое-то, знаете, какая-то ложь, какая-то клевета. Вот, ну, сейчас идет поношение на нашу церковь. Что только я не слышу про нашу церковь. Про себя самого, да, о том, что, ну, просто какие-то новости новые, что вот я там то сделал или это сделал. И недавно я прочитал, иногда хочется подойти кому-то и спросить, как там у меня дела вообще, какие у меня новости там, что я там еще натворил, да. И, ну, узнаешь новые какие-то такие нюансы такие, что вот еще более там что-то такое, превзошел все какие-то границы. Я хочу сказать, так было всегда. Слово Божие говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы за имя Мое. Так говорит Слово Божие. Поэтому, если ты захотел жить по Слову Божьему, обязательно будет сопротивление, потому что мы сталкиваемся с духовным миром. Пока ты там в мире, пока ты не веришь в Бога, никто тебя не трогает, потому что, ну, есть хорошая поговорка. Дьявол не будет пинать мертвую собаку. Она ему не нужна. Ну, он просто мертвый пес лежит там где-то в луже грязи, да, ну, там просто он никому не мешает. Ну, просто выбросят, закопают и все когда-то. А дьяволу не нравятся люди, которые осмелились поверить в Бога и выступить против Него. Потому что дьявол – это первая личность, которая решила восстать против Бога, и поэтому сегодня он зовется Антихристом. Все то, что сегодня плохое на земле, мы можем смело приписывать ему. Ну, все войны, катаклизмы, болезни, какие-то вот такие вот на самом деле плохие какие-то вещи, которые происходят с людьми, это все от дьявола. Поэтому мы сегодня будем это рассматривать. Ну вот здесь я бы хотел сразу немножко направить ваше внимание на то, что написано: время начаться суду. Какому суду? Суду Божьему, да? Ну, это как бы понятно. С Дома Божьего. И раньше я понимал так, о том, что суд, он начинается всегда с Дома Божия. Мы, вот сегодня у нас трапеза Господня, мы каждый раз представляем себя на Божий суд. Если совесть наша обличает нас, мы скрываем свои какие-то грехи, исповедуемся в грехах наших, веря в то, что, как написано, кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Какой бы ты грех ни сделал, Бог очищает тебя в этот же момент, в тот момент, когда ты признаешь, когда ты исповедуешь и когда ты отрекаешься от этого греха с осознанием того, что ты больше к нему никогда не вернешься. Тогда Бог омывает и говорит, все, перебрасывает это через свой хребет. И что написано? Не вспоминет об этом больше никогда. Это дьявол напоминает. Бог никогда не напомнит тебе то, что ты раньше делал в мире. Все, ты очищен, ты омыт, ты освящен. Слово Божие говорит, теперь ты новое творение во Христе Иисусе. Древнее все прошло, теперь все новое. Аминь.
Слава нашему Богу вот за вот такое очищение, за такую трансформацию, которую может делать только Бог во Христе Иисусе через свою драгоценную кровь, и мы становимся абсолютно новыми. И призван непрестанно обновляться в познании Господа нашего Иисуса Христа. Но сегодня я хотел бы привести другие примеры. Примеры о том, что Бог судит не только свою церковь, конечно. Бог, Он также судит и весь этот мир. Ну вот делает Он это как раз-таки, ну, мы можем сегодня взять Ветхий Завет. Он всегда это делал через свой Божий народ, через своих Божьих пророков, через пророчество, через евангелистов. В Ветхом Завете есть, я приведу сегодня только два места, как два свидетеля. На самом деле есть очень много мест, которые это доказывают. Ну, например, первое место, оно написано во втором послании, во втором послании царств, да? Вторая книга царств. Вторая книга царств. 12 глава. 12 глава. И мы можем прочитать с первого стиха. «И послал Господь Нафана, пророка, к Давиду, к царю Давиду». То есть можете себе представить, что раньше пророки выдвигались и могли что-то такое неприятное, обличительное от Господа сказать самому царю. Конечно, они рисковали своими головами, да, их могли в этот же момент казнить, но они шли и говорили. И тот пришел к нему и сказал ему, в одном городе, он начинает с притчи, хотя мы помним, о чем идет речь, в одном городе были два человека, один богатый, другой бедный. У богатого было очень много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки, которую он купил маленькую, выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его. От хлеба его она ела, из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человек странник, и тот пожалел взять из своих овец или волов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка, приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался, когда царь Давид услышал всю эту историю, эту притчу. Он разгневался на этого человека, сказал Нафану, «Жив Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить вчетверо за то, что он сделал это, и за то, что не имел страдания, сострадания». И сказал Нафан, пророк, Давиду, «Ты тот человек, который сделал это. Так говорит Господь Бог Израилев. Я помазал тебя в царя над Израилем, избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего, и жен господина твоего, на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин. И если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем же ты пренебрег слово Господа, сделав злое пред очами его? Урия хитиянина ты поразил мечом, жену его взял себе в жену, а его ты убил мечом аммонитян. Итак, не отступит, и смотрите, приходит суд Божий». Это Божий суд, Он справедливый всегда. «Не отступит меч от дома твоего вовек за то, что ты пренебрег меня и взял жену Урии хитинянина, чтобы она была тебе женой. Так говорит Господь, вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего, возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему». То есть это то, что позже произошло, когда его родной сын восстал против него, поднял восстание. И вот это все произошло, исполнилось по слову Господню. «И отдам ближнему твоему, и будет он спать с женами твоими пред этим солнцем. Ты сделал тайно, а я сделаю это пред всем Израилем, пред солнцем». И сказал Давид Нафану. И смотрите, царь, какое смирение царя. Смирение царя Давида. «Согрешил я пред Господом». И сказал Нафан Давиду. «И Господь снял с тебя в тот же момент, когда Давид покаялся, исповедал свой грех. В этот же момент Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь». Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. И пошел Нафан в дом свой, и поразил Господь дитя, которое родила жена Урии Давиду, и оно заболело. И молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись, провел ночь, лежа на земле, и вошли к нему старейшины дома его, чтобы поднять его с земли, но он не хотел и не ел с ними хлеба. На седьмой день дитя умерло. И слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец». Ибо говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему, умерло дитя, он сделает что-то худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собой, понял Давид, что дитя умерло. И спросил Давид слуг, умерло ли дитя? И сказали, умерло. Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, смотрите, что происходит, перемел одежды свои, пошел в дом Господень и помолился.
Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его: «Что значит, что ты так поступаешь? Когда дитя было еще живо, ты постился и плакал, и не спал. А когда дитя умерло…» Смотрите, как мыслят мирские люди, не зная Бога. Ну, пока дитя было живо, ну, ты плакал, хотя ну, у нас была радость, что ну, ребенок еще живой, есть какая-то надежда. И ты постился и плакал. Когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб и пил. То есть возврат, ну, пришел мир. И сказал Давид: «Да коли дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло, зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». И утешил Давид Версавию, жену свою, вошел к ней и спал с ней, и она зачала, родила сына, и нарекла ему имя, какой? Какое имя? Соломон. И Господь возлюбил его и послал пророка Нафана, и он нарек ему имя Едидия, по слову Господа. То есть произошло примирение с Господом. И вот здесь вы знаете, вот такой очень важный момент. Когда умер ребенок у Давида, мы можем подумать, что произошло какое-то действительно такое страшное возмездие, какое-то горе. Но Давид понимал, что произошло. Да, произошло наказание. Он благодарил Бога за то, что он сам не умер. Да. Бог забрал у него ребенка, и он прекрасно знал, куда пошел этот ребенок. Аминь или не аминь? Потому что уже тогда Давид, это был помазанный царь, который знал, слышал голос Святого Духа, и он знал, куда. И он говорит о том, что куда он ушел, туда потом и я пойду. Слышите меня? Да? Он был уверен. Ну, Иисус Христос по Новому Завету подтверждает о том, что будьте такие, как дети, потому что таковых есть Царство Божие. Если умирает ребенок, да, куда он уходит? Особенно у верующих человек. У нас нет никаких сомнений. Он уходит сразу на небеса, потому что Бог его забирает. Если в этом какое-то, ну, знаете, просто ну, что-то плохое или что-то, какое-то зло? Нет, конечно. Просто Бог так решил для каких-то определенных таких наказательных мер. Просто как предупреждение царю Давиду, чтобы он так больше что не поступал. Справедливо? Справедливо. Я считаю, что справедливо. Это Божий суд, он вполне справедливый. Ну, что, слава Богу, что царь Давид остался дальше живым, да, и продолжил дело Господне, и потом эта мера произвела в нем действие. То есть так больше он не согрешал. То есть Бог сделал все возможное, чтобы этого больше не повторилось. Это первый такой момент, где Бог посылает своего пророка, который говорит какой-то определенный Божий суд, и через какое-то время этот суд исполняется. Слышите? Слово Божие говорит, что Бог ничего не делает. Слышите меня? Так четко написано. Бог ничего не делает на этой земле, прежде не открыв рабам своим. Кому? Пророкам. То есть он открывает, пророки идут, и потом высвобождают какое-то слово, через какое-то время это слово, оно реализуется. То есть суд Божий реализуется. Второй пример, он написан также в книге Царств, это первое царство, я его не буду читать. Вы все его помните, когда Бог через пророка Самуила повелел царю Саулу, что просто истребить всех амаликитян, все то, что у них, все истребить, сжечь, все огнем попалить просто, потому что когда-то амаликитяне, они сделали большое зло Израилю. И когда Саул, он взял с собой армию свою, пошел, и началось очень мощное такое истребление, он одержал полную победу, но потом ему что-то понравилось у амаликитян. Он у них решил оставить все лучшее, самых лучших овнов, самых лучших быков, самых, ну, и так далее и тому подобное, он решил оставить. Ну, жалко. Все добро, которое у них было самое лучшее, они решили оставить, хотя от Бога было повеление о том, что все это заклято, и это надо просто уничтожить. Он решил ослушаться и поступить так, как он захотел. То есть проявилось какое-то определенное такое непослушание и своеволие, в котором потом пророк Самуил его обличает. И также Самуил приходит, говорит слово от Господа и говорит: «За то, что ты пренебрег словом Господа, Бог отверг от тебя царство твое, забирает все». То есть пришел суд, и через какое-то время этот суд исполнился. Это Ветхий Завет, который говорит о том, что Бог, когда приходит на кого-то своими судами, мало ну, того, что просто суд уже пришел, важно, чтобы кто-то пришел и озвучил этот суд. Слышите, озвучил слово Господа. Это Ветхий Завет. Давайте мы пойдем в Новый Завет. В Новом Завете мы можем прочитать в книге Деяний,
Я не говорю сейчас о каких-то таких пространных вещах, которые к нам не имеют отношения. Сегодня я говорю конкретно о ситуации в Болгарии, о ситуации по всему бывшему СНГ, где происходят какие-то очень страшные такие вещи, ну там войны где-то начинаются, да, какие-то несправедливости, какие-то убийства, какая-то злоба распространяется по этой в прошлом безбожной территории, где церковь находилась в постоянном гонении, притеснении. И что мы можем как церковь сделать? Я сегодня именно об этом. Что мы можем сегодня предпринять? В книге Деяний, в 13 главе, с 1 стиха, написано: «В Антиохии, в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирода, четверовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал: послушайте внимательно, это очень важно. Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их». Смотрите, как интересно Библия говорит. Бог говорит: отделите мне. Мы знаем, как святой переводится. Как святой переводится? Отделенный. И вы знаете, вот это место говорит очень четко, что Бог нас освятил и сделал святыми не для того, чтобы мы этим гордились. Не для того, что мы просто раз, ну, то есть Бог отделил, поставил меня на какое-то место. Я говорю всем: я святой, да, я непогрешимый, иду в мир, там меня спрашивают, я не курю, я не пью, я не блужу, да, потому что я святой, и, ну, просто, ну, вы от меня держитесь подальше, я не хочу оскверниться, да. Но не для этого Бог отделил. Смотрите, что Библия говорит. Бог отделил Савла и Варнаву для чего? Не для того, чтобы они стали святыми. Он их освятил для своего дела. Слышите? И послал их на эту миссию. Давайте еще раз прочитаю. «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». То есть нам очень важно помнить, если ты святой, значит, ты для чего-то освящен. Не просто так освящен. Не для того, чтобы просто быть святым. Не для того, чтобы дома сидеть или в церкви закрыться и говорить, ну и так вот до конца своей жизни радоваться. Слава Богу, я святой, да? Если ты святой, значит, ты святой для чего-то. И ты святой для кого-то. Для какого-то дела. Очень важного дела для Бога. Может быть, для начала ты можешь не понимать, в чем суть твоей миссии, твоего предназначения. Но Бог-то знает. Мы просто Ему доверяем. Когда они служили Господу и постились, значит, их отделили, совершили молитву и отпустили их. И смотрите, и они сразу пошли. Бог начинает их использовать. «Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда поплыли в Кипр». Мы были в Кипре несколько раз. «И быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения». И смотрите, пройдя весь остров до Пафа. Вот я вот это, конечно, ну, меня вот это восторгает, потому что когда мы были на Кипре, ну, мы взяли в аренду машину и поехали, там правостороннее движение, да, я первый раз сел за машину и поехал по правосторонней дороге, сам за рулем, и первое время, ну, мы с Натальей что мы делали? Мы просто, ну, мы орали от страха, потому что, оттуда, справа, слева, машины какие-то. Ну, мы знаем, что этот остров, он не маленький, он большой, то есть мы выехали с южной части, с греческой, и поехали на северную турецкую часть. Савл прибыл на восточную часть и пешком прошел. А вы знаете, Кипр – это вытянутый в длину остров. Он пешком прошел от восточной части до западной. Ради того, что Господь ему что-то заповедовал сделать. Пройдя весь остров до Пафа, мы знаем, что это на западной части острова Кипр, нашли они некоторого волхва, лжепророка. То есть они идут. Они не понимают, для чего они идут. Они идут для какой-то миссии, который Бог им вложил в сердце, но не открыл. Просто идут по вере. Что Господь там для нас приготовил, мы не знаем, но Он знает. Который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варну и Савла, пожелал услышать Слово Божие. А Илима, волф, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула. Ну, проконсул – это довольно высокая позиция, да? Это все-таки посланник, да, на болгарском языке это посланник. Противился им, стараясь отвратить от проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнивший Духа Святого, смотрите, он исполняется Духом Святым, он не готовится, что говорить. Дух Святой начинает через него провещевать, и, устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И вот ныне рука Господня на тебя, ты будешь слеп
и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Что это за учение? Учение очень сильное. Как такое может быть? Человек говорит, ослепнешь, и человек слепнет тут же. Почему? Потому что слово есть, меч обоюдоострый. И если это выходит от Господа, если это слово есть, язык нашего Господа Иисуса Христа, слово нашего Господа Иисуса Христа, оно судит, рассекает помышления человеческие, отделяет душу от духа. Помните, да, это место, да? И судит помышления человеческие. То есть произошел определенный такой мгновенный суд. Бог сказал, что человек ослепнет. Понятно, что он Бог всемогущий. И в этот момент этот волк, он ослеп. Ну, не для того, чтобы вот так показать, смотри, какой я сильный, могу с тобой все, что... Для чего это все? Ну, для покаяния. Чтобы этот волк, который, ну, на самом деле, слуга дьявола, который лжепророк, ну, Библия называет его, чтобы он через какое-то время покаялся. Вы видите милость Господню? Бог не желает смерти, там, сатаниста или какого-то колдуна. Библия говорит, что Бог желает, чтобы все пришли к покаянию. Бог желает, чтобы все спаслись. Слышите меня? Потому что Он есть Бог-любовь. Но когда кто-то противится, кто-то идет против рожна, может прийти такой довольно серьезный суд. Апостол Павел сам через это прошел, да? Мы помним, да, что он тоже был в этом же положении. Смотрите, для того, чтобы явить на какое-то место Божий суд, нужно открыть свои уста. Мы веруем, и потому, Библия говорит, мы потому говорим. Мы призваны говорить слова Божьи. Не наши слова. Наши слова ничего не значат и ничего не могут. Ну, мы можем кого-то там оскорбить, унизить. Но вот такое действие, которое произошло вот здесь с апостолом Павлом, говорит о том, что Бог периодически может говорить через кого-то и вершить свой суд, если кто-то идет в послушание и высвобождает тот суд, который пришел на того или другого человека. Аминь или не аминь? И это очень серьезно. Почему все это происходит? Потому что Бог церкви дал колоссальную власть. И Он сказал когда-то, Иисус Христос когда-то сказал, все, что вы свяжете на этой земле, будет связано там на небесах. Все, что вы развяжете на этой земле, будет развязано там на небесах. Это написано или я что-то придумал? Так написано. И это власть церкви, слышите меня? Как мы это сегодня можем применять? Ну, это я обращаюсь и к служителям, да. Неважно, кто ты. Ты можешь быть православный, ты можешь быть католик, ты можешь быть протестантский священник. Ты призван на том месте, где ты призван, идти к властям. Если у тебя есть выход на какую-то власть, и ты видишь там несправедливость, ты призван об этом сказать в глаза. Сказал, ты сейчас противишься не людям, ты грабишь не то, что ты грабишь болгарскую нацию или болгарский народ. Ты идешь против Бога, тебе надо покаяться. А если ты не покаешься, то придет Божий суд. Он уже пришел, и Бог будет судить тебя, если ты не покаешься. Скажите аминь. Потому что так Слово Божие говорит. Почему мы часто видим по местам о том, что, Господи, почему такая несправедливость происходит? Потому что церковь, она не выполняет своих функций. Слышите меня? Она не выполняет своей миссии. Миссия церкви – это идти и говорить. Говорить со властью. Где надо запрещать, где надо благословлять. Давайте я прочту еще одно место. Вы помните, наверное, наверняка о том, что когда Иисус Христос говорит, когда его уже взяли, когда Петр там сразился с одним воином, отрубил ему ухо, и вот Иисус уже держит, и он говорит, не имею ли я власть призвать сейчас на это место, сколько? 12 легионов ангелов. То есть у Иисуса Христа есть армия, она и сегодня есть, она всегда была. Хотите узнать, какую армию имеет Иисус Христос? И вот это пророчество, оно написано еще в Ветхом Завете. И оно написано у пророка Иаиля. Иаиль имел духовное зрение, он видел духовный мир. И у него мы можем прочитать очень четко и недвусмысленно. Пророк Иаиль, 2 глава, с 1 стиха. «Трубите трубой на Сионе, бейте тревогу на святой горе моей». «Да трепещут все жители земли, ибо наступает день Господень, ибо Он близок, день тьмы и мрака, день облачный и туманный, как утренняя заря распространяется по горам, народ многочисленный и сильный, которого не было от века, и после того не будет в роды родов. Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя. Перед ним земля, как сад Едемский, а поза него будет опустошенная степь, и никому не будет спасения от него. Вид его, как коней, вид его, как вид коней, и скачут они, как всадники».
скачут по горам, по вершинам гор, как бы со стуком колесниц, как бы с треском огненного пламени, пожирающего солому, как сильный народ, выстроенный к битве. При виде его затрепещут народы, у всех лица побледнеют. Как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стену, и каждый идет своей дорогой. Смотрите, каждый идет своей дорогой. Такое чувство, что ими никто не управляет, но не сбивается со своих путей. Каждый водится Духом Святым, ведом Господом. Не давят друг на друга, каждый идет своей стезею, падают на копья, но остаются невредимы. Бегают по городу, поднимаются на стены, влезают. От них не укроешься нигде, хоть там в катакомбах каких-то, хоть подземных, они проходят сквозь стены, входят в окна, как вор. Перед ними потрясется земля, поколеблется небо, солнце и луна помрачатся, звезды потеряют свой свет. И Господь даст глаз свой перед кем? Перед воинством своим, ибо весьма многочисленно полчиса его, и могущественный исполнитель слова его. Ибо велик день Господень и весьма страшен. Кто выдержит его? Но ныне, еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании. Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостлив, и сожалеет о бедствии. Кто знает, не сжалится ли он и не оставит ли благословение хлебного приношения и воздаяния Господу Богу вашему. Вострубите трубой на Сионе и смотрите, что Бог повелевает. Назначьте пост и объявите торжественное собрание. Соберите народ, созовите собрание. Мы не просто так здесь собираемся. Аминь. Просто так, чтобы там, не просто так, чтобы поболтать или там повеселиться. Да? Мы собираем собрание, чтобы узнать еще раз глубину Божьего послания, Божьей воли, на что Бог посылает нас сегодня до края земли, что Он приготовил, что у нас есть власть. Пригласите старцев, соберите отроков и грудных младенцев, пусть выйдет жених из чердога своего и невеста из своей горницы. Между притворами и жертвенником да плачут священники, служители Господни, говорят: «Пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы». Для чего будут говорить между народами, где Бог их? И тогда Господь возревнует о земле своей и пощадит народ свой. И вот здесь Библия очень четко описывает армию Бога, о том, что эта армия, она непобедима, она и сегодня непобедима. Если она куда-то приходит, но смотрите, что происходит. Мы молимся, да, мы собираем молитвенное собрание. Я молюсь о том, что Господь, пошли на болгарскую нацию, на болгарскую землю, легионы ангелов. Пусть сюда придет твоя армия. Армия пришла. Но вы знаете, эта армия ничего не будет делать, пока церковь не станет и не произнесет Божий суд. Слышите меня? Ничего не будет делать. Она стоит уже. Эта армия уже стоит здесь, на болгарской земле. Но она ждет, когда церковь встанет и откроет свой рот. Слышите меня? И произнесет слово, пророческое слово от Господа. О том, что вот на этой земле, здесь, в Варне, вот так будет. Будет вот так. Мы идем к власти имущим и говорим о том, что вы делаете? Что вы грабите свой народ? Аминь или не аминь, да? Что вы здесь развели? Здесь город, который превратился просто в Содом. Остановитесь. Если вы не, вам надо покаяться. Если вы не покаетесь, вы умрете. И ваши роды, после того, как вы умрете, ваши имена еще долгое время будут в поношении. Остановитесь, потому что то, что вы делаете, это неправильно перед Богом. И Бог пришел в своих судах. И мы вам призваны, обязаны это сказать прямо в глаза, ничего не боясь. И для того, чтобы это легче было сказать, просто всегда надо помнить, кто за вами стоит. Аминь или не аминь? За нами стоит очень мощная армия. Библия говорит, если с нами Бог, то кто против нас? Кто? Кто может восстать против Бога? Но церковь сегодня, она вот сегодня вот так, на самом деле, позволила себя расчленить на этой земле или по всей территории бывшего Союза, не исполняет своей миссии, не мобилизированным, не имеет единства, разрознено, не водится Духом Святым, не говорит то, что Бог повелевает. Это преступление против Бога. Даже если мы просто вот так, самодостаточные, да, у нас полная церковь, и мы сидим, и гордимся тем, что мы святые. Это грех против Бога, потому что мы не исполняем своей миссии. Еще раз я хочу вернуться к теме сегодняшней проповеди, о том, что время начаться суду с Дома Божьего. Или сегодня я хотел бы расширить наше понимание, время начаться суду Божьему через Дом Божий. Слышите меня? Потому что этот суд, он на нас не останавливается. Если мы сами себя судим, да, мы обличаемся, Господь нас очищает и освящает, но это еще не конец. После того, как мы получили освящение, получили наставление в Боге, Слово Бога, пророческое слово, мы призваны встать и идти в мир. Иисус говорит, идите в мир и проповедуйте миру.
Не проповедуйте друг другу, потому что в этом нет никакого смысла. Закрыться, инкапсулироваться, да, вот так. И просто, как хорошо нам, мы вместе поем, кондиционер работает, прогревает, тепло, уютно. Скамеечки тепленькие, деревянные, да, удобные, ну, гладкие, все хорошо у нас, все прекрасно. Войны нет, пока нет войны. Она может прийти, если мы будем вот так же в таком состоянии прозябать и не выполнять свою миссию. Верующий человек призван пойти, если у вас есть какие-то выходы, да, на власть имущих, там мэр города или какой-либо управитель, начальник, и вы видите, что он конкретно грешит против своего народа, вообще грешит, что-то, ну, в чем-то пребывает. Что делал Иоанн Креститель? Он пошел к царю, да, и сказал: «Царь, ты в блуде». Помните, да, это место? И вы знаете, последствия какие, да, о том, что этот царь, конечно, разгневался. И здесь конец не очень хороший для Иоанна Крестителя. А может быть, как раз-таки наоборот. Смотря какими глазами смотреть. Ему что сделали? Ему отрубили голову Иоанна Крестителя. Но вы знаете, что в книге Откровения написано? Что наследуют те, которым были отсечены головы? Они получают самую великую награду. Вот. И в основном это пророки. Пророкам больше всего достается. Потому что их больше всего ненавидят, их всего больше всего гонят, их, их почему-то всегда хотят убить, чтобы, ну, просто, ну, чтобы от него вообще там. И убийства такие довольно бывают, изощренные. Ну, потому что это такая ненависть. Потому что дьявол просто ненавидит. Он ненавидит тех, кто осмелился проговорить что-то после него. Но и с этим царем тоже конец какой был. Но я хочу сказать. Иоанн Креститель пошел на небо, да? Царь пошел куда? Царь пошел в ад, потому что не покаялся, потому что воспротивился, потому что захотел. Я царь, кому ты говоришь, там, отрубить ему голову, да? И вы знаете, просто на самом деле, нам очень важно осознание о том, что просто нам лучше страдать, как христиане. Не что нам, как шальная пуля залетела, там, раз ты умер, да? И умер бесславно. Что хотели, желали апостолы, их ревность какая была, они хотели даже смертью своей прославить Господа. Помните это место? Даже смертью своей. Поэтому лучше уж просто вот так прославить Господа реально. Пойти смело, ну, ты знаешь о том, что это рискованно, не хочется никому о том, что идти и говорить прямо. Ты знаешь, что могут быть серьезные последствия. Я разговаривал в Бургасе с одним пастором, который осмелился против власть имущего проговорить суд. И вы знаете, этот власть имущий, он начал ему говорить: «Ты знаешь, я какую власть здесь имею? Ты вообще не понял, с кем ты связался. Я могу сделать с тобой все, что захочу. Убить, там, закопать, разорвать твое тело, всю твою семью могу вырезать просто. Вот такая у меня власть». Но вы знаете, вот в этот момент, я хочу сказать, вот этот человек произносил суд не на пастыре, он произносил суд. Каким судом судите, таким Бог будет судить вас. Он произнес, помните это, когда мы выходим и говорим, если власть имущий начинает говорить: «Да я сейчас вас там», ну просто вот так. Он в этот момент говорит суд, который придет точно на его голову, потому что каким судом судит, таким Бог будет судить его. За очень короткие, знаете, нам может показаться: «О, Господи, да может Бог не вмешается». Бог, Библия говорит, что иногда нам кажется, что Он медлит. Помните это место? Бог, хотя и медлит, но Он никогда, что? Он никогда не опаздывает. Скажи аминь. У тебя может страх присутствует, тебя может уже схватили там, как Петра, там связали в цепи, там охранники его окружили. Бог пришел вот так, эти цепи, раз, все. И Петр встал, и Дух его ведет, открывает все темницы, он выходит вот так. Что люди могут против Бога, если человек исполняет миссию Бога? В этот момент власть имущий произнес суд, и этот суд через какое-то время на него просто и пришел. Он погиб, он умер, этот власть имущий. И кого мы боимся? Если с нами Бог, то кто против нас? В тот, кто в нас больше того, кто в этом мире. Нам не надо никого бояться. Совершенная любовь пусть изгонит страх, всякий страх из наших сердец. Мы призваны именно к этому. Я хотел еще раз проговорить вот эту основную мысль о том, что суд Божий придет на болгарскую землю, на Казахстан, на Россию, на Украину, куда бы ни было, когда церковь встанет, займет правильную свою позицию библейскую, откроет свой рот и проговорит Божий суд. Божью справедливость, Божью правду, Божью истину. И придет меч обоюдоострый. Это слово Иисуса Христа. И он справедливый суд. Можете сказать аминь на это? Давайте мы встанем и помолимся. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Господь, я призываю суд Божий на болгарскую землю. Мы видим очень много несправедливого здесь, то, что происходит. Какая-то неправда. Какие-то кражи по местам, какие-то страшные преступления, какое-то беззаконие просто пришло на эту землю.
Господь, я призываю Твой суд. Я верю в то, что суд начинается не только с Дома Божьего, он начинается через Дом Божий, через Церковь Иисуса Христа, через живую Церковь Иисуса Христа, которая там или на другом месте просто призвана и обязана встать против всякой неправды, против всякой несправедливости, против всякой лжи и проговорить суды Божии. И эти суды обязательно придут, они не замедлят. Бог, хотя и медлит, Он никогда не опаздывает. Да придет суд, Господь Отче. Здесь Варну, Господь Отче, дай она видеть руку Твою через те слова, которые будут высвобождаться, Господь Отче. Пусть придет справедливость, пусть придет правда на эту землю, пусть придет истина, Господь Отче, которая сделает людей свободными, Господь. И Слово Твое говорит, что народ начинает радоваться, когда праведники приходят к власти. Это такая радость. Пусть, Господь Отче, в этот город придет праведная власть. Власть, которая слышит Твой голос, которая послушна Тебе, которая кается пред Тобой, которая, как царь Давид когда-то покаялся, вразумляется лично от Тебя, начинает читать Слово Божие, как это сейчас в Америке происходит, начинает вместе молиться, как в Белом доме, Господь Отче. И Бог начинает, таким образом мы позволяем Богу что-то здесь сделать, на болгарской земле, и не только в Болгарии. Господь, помоги услышать, Господь Отче, аллилуйя, Отец, церкви, Господь, Твоей, аллилуйя, Отец. И чтобы применить эту власть, потому что, Господь, мы живем в страшное время, и, Господь, Ты ищешь себе делателей, верных делателей, которые бы были послушны Тебе до конца и даже до смерти и смерти крестной, как Ты был верен и был послушен. Мы еще не до крови подвязались против греха, Господь, Отец. Осанна, слава Тебе. Очень часто такое время, когда нам надо встать и ничего не боясь проговорить Твое Слово, которое Ты вложишь каждому из нас в наши сердца. Что надо говорить? Говори нам, Господь, Отец, влагай. Не дай нам готовиться, дай нам просто быть послушными. И на всяком месте, Господь, если будем сталкиваться с какой-то неправдой, Слово Божие говорит, Бог, кого любит, того обличает и наказывает. Это не потому, что Бог ненавидит, а именно по той причине, потому что Бог любит, и Бог хочет что-то исправить ситуацию. Но церковь, встань в правильную позицию. Аллилуйя. Спасибо Тебе, дорогой Господь, за это высвобожденное слово. Дай Бог, чтобы оно принесло хороший плод праведности, Господь Отче. Аллилуйя, Отец Асана, слава Тебе. Не дай нам принимать ложь дьявола, который лжет постоянно, непрестанно клевещет, как написано, день и ночь клевещет на братьев наших, разнося вот эту ложь о том, что почему Бог допускает вот эти войны, вот эти какие-то катаклизмы, какую-то несправедливость. Наверное, Бог, Он где-то заснул. Это абсолютно дьявольская ложь. Аллилуйя. Мы знаем, от кого вот это зло приходит, откуда вот эти братоубийственные войны. И мы просто связываем тебя, сатана, вот на этом месте, на болгарской земле. Да будешь ты поражен кровью Иисуса Христа, Его мечом обоюдоострым, которое есть Слово Его. Во имя Иисуса Христа, Господь Отче. Мы молились, молитвы согласия. Если согласны, скажите аминь. Слава нашему Богу.